2016 годов, призер Кубка 2014 и 2017 года. Россия, город Кингисепп, команда Евро. Команда Евро, обладательница Кубка Еврохима 2014 года, призер Кубка 2013 и 2016 годов. Команда Нарва принимает участие в Кубке Еврохима во второй раз. The Hooker Team Narva, that's the second time for the team on the tournament. Германия, город Манхейм. Команда Ньюкасл Манхейм, бронзовый призер Кубка Еврохим 2015. Команда Клайпеда принимает участие в Кубке Еврохим с 2015 года. Хоккейная команда Север, участник Кубка Еврохим с 2014 года. Хоккейная команда Хаски, участник Кубка Еврохим с 2015 года. Хоккейная команда Антверпен Фантомс, участник Кубка Еврохим с 2013 года. Хоккейная команда Эспо Блюз Джуниорс, обладатель Кубка Еврохим 2015 года и бронзовый призер Кубка 2013. Швейцария, город Эйзен. Хоккейная команда Лейпцигской спортивной академии, призер Кубка Еврохима 2014 и 2015 года. Соединенные Штаты Америки, город Олбани, штат Нью-Йорк. Хоккейная команда Олбани, дебютант Токио на хоккее на Кубок Еврохима. Россия, город Череповец. Вадим Анатольевич Жердин. Дмитрий Николаевич Яковлев. Директор АО «Промосковская акционерная компания «Азот» Александр Васильевич Шаряков. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борисий Петрович Михайлов. Добрый день, дорогие друзья, дорогие новомосковцы, гости нашего города. У нас сегодня праздник. Сегодня любимый город отмечает свое 88-летие. И мы в шестой раз принимаем международный детский турнир о Кубок Еврохима. И мы теперь сможем смело сказать, что это детский чемпионат мира. Хороших, ярких матчей. Победить в честной, бескомпромиссной борьбе. Удачи вам всем, ребята! Вперед! С праздником! Всем добрый день, уважаемые наши участники, уважаемые промосковцы. От лица нашего губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина, от лица правительства Тульской области, я хочу вас поздравить с этим праздником, с открытием большого грандиозного праздника хоккея в городе Новомосковск. Конечно же, отрадно и радостно, что границы нашего праздника, турнира расширяются из года в год. Очень приятно, что каждый год у нас все больше и больше участников. И, конечно же, приятно, что организаторы относятся к этому с большим уважением. И я думаю, что турнир будет расти. Огромную благодарность выразить организаторам компании «Еврохим», компании «Полипласт», которые делают максимальное усилие для развития хоккея в Тульской области, в городе Новомосковске. Ну а правительство Тульской области будет всегда им благодарны и будет помогать. Спасибо. С праздником, прежде всего.
хочется выразить слова благодарности губернатору Тульской области, мэру города, фирмы «Евросим» за такую организацию турнира. В этом году шесть лет исполнилось этого международного, классного турнира. Этот турнир вышел уже за рамки России и стал международным. Здесь встречаются самые интересные перспективы. Большая честь пожелать и поздравить всех участников. Хоккейный турнир детских команд на Кубок минерально-химической компании «Еврохим» объявляется открытым. Очень круто. Мы рады, что мы здесь, на самом деле. Пришли. Пайпеда самая лучшая.